Всем привет! Рада вас вновь приветствовать на просторах моего YouTube-канала CryptoLady, в рамках которого я с особым энтузиазмом делюсь с вами самыми интересными, на мой взгляд, блокчейн-проектами, криптобиржами, торговыми платформами и play-to-earn играми, с одной из которых я вас сейчас и познакомлю. Называется же она, как вы уже заметили, Ancient Raid. Скажу сразу, что Ancient Raid – это игра, которая представляет из себя виртуальную вселенную, в которой герои и воины борются за выживание против многочисленных демонов, какие в свою очередь все время угрожают захватить Землю. Естественно, чтобы помешать этому, вам как игроку понадобится собрать всю силу и волю в кулак, чтобы дать им отпор, собрав для этого свою команду героев и воинов, чтобы раз за разом побеждать все эти орды демонов в бою и получать впоследствии свои заслуженные награды, выраженные в токене Raid. Что же касается состава команды, то каждая команда состоит из одного героя и 5 воинов, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и навыки, включая различные элементы, расу и боевую мощь. Следовательно, чем сильнее будет ваша команда, тем быстрее вы будете одерживать победы раунд за раундом и получать еще больше ежедневных наград. При этом вы также можете участвовать в сражениях на дополнительных уровнях, чтобы зарабатывать себе дополнительные предметы, которые можно использовать для усиления своей команды. Но есть и прекрасная новость. Обзаводиться различными предметами вы можете как в рамках игры, выигрывая их в битвах, так и покупать или обмениваться на доступной торговой площадке NFT. Что, как по мне, очень удобно, когда речь идет о быстрой прокачке своих героев и воинов, чтобы становиться еще сильнее и мощнее, демонстрировать при этом первоклассные результаты, которые впоследствии помогут вам продвинуться по таблице лидеров, которая в свою очередь будет обновляться каждый сезон и поощрять лучших из лучших дополнительными наградами. Узнать более подробно о которых вы сможете, изучив технический документ от Ancient Raid. Ссылку на него вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. Это, конечно, все хорошо, скажете вы, но как игра выглядит изнутри? И тут, мои дорогие друзья, я рада продемонстрировать вам бета-тестирование Ancient Raid, в ходе которого продемонстрирую вам главную панель игрового поля, которая, как мы видим, очень красиво прорисована. Все основные функции и действия на виду. При этом вам сразу же доступна вся основная статистика по игре, включая ваш уровень, количество монет и так далее. Также в центре нас ждут разные миры, в рамках которых нас ждут свои демоны, соответствующие разным стихиям и другим состояниям, например, таким как вода, огонь, дерево, легкий босс и босс тьмы. Что ж, и как я уже говорила, для начала игры нам необходимо будет создать свою команду, которая состоит из одного героя и 5 воинов. Для этого выбираем себе героя и усиливаем его за счет имеющихся у нас элементов. Далее переходим вновь в раздел «Команда» и добавляем всех нужных нам участников. И уже только после этого можем нажать на поле боя, выбрав босса для сражения, и, собственно, провести саму битву, нанося демону удар за ударом. Как видите, данный босс оказался не очень сильным, и нам удалось его победить, даже не дав ему и разу нанести нам свой ответный удар, в результате чего победа в этом бою была быстрой и достаточно простой. Возвращаясь же на главную страницу игрового интерфейса Ancient Raid, обращу ваше внимание на то, сколько наград было мне по итогу начислено, которые я постараюсь сейчас вывести. Для этого перейдем в соответствующий раздел и нажмем Withdraw, введем всю имеющуюся у нас сумму в токенах Raid, вводим и нажимаем Withdraw. Как видите, наши токены списали, что лично меня крайне радует, так как это лишний раз доказывает нам, что выводить свои средства из игры проще простого. Кстати, на моем балансе кошелька имеется еще 30 золотых монет, которые я могу использовать для чеканки героев и воинов, что, собственно, я сейчас и постараюсь сделать, а именно приобрести себе несколько героев по цене 10 золотых монет за одного героя. Нажимаем Mint и подтверждаем свою транзакцию. Транзакция, как мы видим, успешно подтвердилась, и началась непосредственно сама демонстрация создания героя. Согласитесь, выглядит этот процесс весьма оригинально. И вуаля, нам попался герой человеческой расы первого уровня по имени Дэймиан. Нажимаю Mint еще одного героя. Повторяем ряд действий, и, как видите, нам вновь попался герой человеческой расы
и тоже первого уровня, что вполне неплохо. Что же касается минта воинов, то тут тоже все очень просто, поэтому демонстрировать его покупку я уже не буду, так как осуществить все это вы скоро сможете уже самостоятельно, так как совсем скоро команда, стоящая за ACN Trade, познакомиться с которой вы также сможете посредством доступного технического документа, запустит альфа-версию игры, стать участником которой сможет абсолютно каждый из вас. Ведь ACN Trade – это по-настоящему уникальный проект, который, в отличие от предыдущих проектов, какие привлекают инвесторов с необоснованно высокой доходностью, не принимает модель фиксированного вознаграждения, а распределяет вознаграждение путем распределения пулов вознаграждений, который в свою очередь разделен на ежедневный призовой фонд, резервный призовой фонд и большой призовой фонд. Так, например, в ежедневный призовой фонд доход поступает от продажи билетов 90%, доход от монетного двора 50%, налог на токены 7% и налог на торговый рынок 10%. Резервный же пул вознаграждений, созданный для корректировки распределения вознаграждений, включает в себя доход от продажи билетов на уровне 10%, доход от монетного двора 50%, а также от нераспределенных ежедневных вознаграждений, дохода от рекламы и дохода от внешних инвестиций. Большой призовой фонд также включает в себя токены 40% от общего тиража, что, как по мне, очень даже здорово. Да и вообще ACN Trade имеет диверсифицированный источник дохода, который включает в себя вознаграждение от NFT, награды за рейтинг боевой мощи, награды за повышение уровня героя, вознаграждение за обновление учетной записи, доход PVE и доход от продажи оборудования. И что самое приятное из всего этого, так это то, что вы можете получать вознаграждение без уплаты налогов каждый день. И напоследок, если вы хотите бесплатно зарабатывать, то у игры имеется механизм скидок. Как только вы зайдете на страницу Mint официального веб-сайта, скопируйте свою реферальную ссылку на приглашение и поделитесь ею с другими, и от каждого, кто зайдет в Mint NFT по вашей ссылке, вы получите 10% от суммы Mint в BUSD. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по официальным ссылкам ACN Trade и знакомьтесь с проектом более подробно уже самостоятельно. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеоролика, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Отличного всем дня, хорошего профита и пока-пока!